Машечка, пойдем погуляем. Мы гуляем с ней. Она любит побегать. Пойдем. Не хочешь? Пойдем. Я посмотрим, нет ли мамы по дороге. Не идет ли мама моя? О, это Муся вышла. Дождь моросит, а они все равно хотят гулять. Ну, пойдем. Пойдем к родственничкам сходим. Муся, пойдем сходим к твоим родственникам. Там живут кошки. Из этого же... Ну, в общем, Мусина сестра с детьми. Пойдем, Беляш. Беляш, куда хочешь пойти? Пойдем, побежим. Посмотрим, что там впереди. Дальше на дороге. Кто там живет? Пойдем? Беляша смелая кошка. Она человека немножко побаивается. А так она очень даже... Пойдем, дорогая. Муся! Муся! Муся, Катуся. О, бежит, бежит. Лапки белые у нас мигают. Пойдем. Мурыч. Беляшек. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем погуляем, дорогая кошечка. Пойдем к твоим родственничкам. Вон Муся бежит, 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 бежит. Пойдемте, дорогие кошки. Пойдемте. Вы мои зайчики. Зайчики мои. Пошли. Муся. Вот так. Сами они почему-то не ходят на улицу. Боятся, наверное. Не ходят сами на улицу. Котики. Бежите, да? Мусик. Мусик, идешь? Муся? Идешь? Пойдем, пройдемся. Пойдемте, пройдемте, девчонки. Пойдемте, девчонки. Хотя дождь моросит. Немножечко покапает. Пойдемте. Сейчас позовем родственничков. Шнурочек. Вон там кто-то идет. А, это Мусина сестра. Шароежка. Сыроежка. Она уже к нам раза три сегодня приходила. Вон она там, серенькая кошечка. Видно, да? Вон она, серенькая кошечка такая. Сыроежечка. Иди сюда. Вон она. Шнурок. Шнурок. Там он собака. Но эта собака вроде добрая. Сейчас Муся, наверное, испугается. Муся, там собака. Там твоя собака, у которой ты жила раньше в конуре. Муся. Там Мотя твоя. Мотя, ты раньше помнишь, у Моти жила? Она жила у конуре. А вон Шнурок. Шнурок. А где Пеструшка? Пеструша. Сестра у него еще есть. А Шнурок — это двоюродный брат, значит, нашей Беляшки, который он там бегает. Это Мусин племянничек. Ну как, вот узнаешь, да, племянничка? Конечно. Узнает его. Мотя идет. Мусь. Муся, смотри, хвост нафуфырила. Муся, беги, беги. Давай, вали. Сваливай, Муся. Идет Мотя. Ну ладно. Мотя, иди домой. Сейчас мы пакетик корма дадим маленькому Шнурку. Вон идет сестра, Муся набежит. Она совершенно очень похожа. Ну, конечно, немножко другая. Рэй, она еще мурчит, все время разговаривает. Давайте, Шнурочек и Сыроежечка. Беляш, ты-то куда лезешь? Ты-то сытая-пресытая. Куда ты лезешь-то? Ты-то зачем? Мы им какой-нибудь простой кормик дадим, который... Для них это считается крутой кормик. Они такой не едят. Вот Шнурочек хороший мальчик. Шнурочку можно взять в руки, погладить можно. Вот он живет вот в доме. Ну, там дом, короче, не буду показывать. Там хозяева такие смешные. Я говорю, что давайте мы вам кошек ваших кастрируем, стерилизуем. Хотите, деньги дадим? Вот если у вас нету. Вот сестра, вот Муся, а это Сыроежка, сестра. Она чуть-чуть другая. Сыроежа. Мусик, да? Чуть-чуть другая, но очень. Сыроежка, но очень похожа. Так, машина идет. Ребята, машина, Беляшка. Ну-ка, давай в канаву. Там машина. Беляшка. Машина идет. Спрячься. Спрячься. Шнурок, спрячься. Муся, спрячься. Муся. Муся, спрячься. Машина, спрячься, как тебе говорят. Брысь с дороги, Муська. Ну-ка, пошла вон. Муська. Муська. Ну-ка, давай с дороги. Ну-ка. Муся, ну что ты под машину-то лезешь, зайка моя? Ты что, не боишься совсем? Пойдем погуляем, куда мы идем с тобой? А тут какие-то огороды, где она раньше жила. Вот ее котята вот в этом доме вывелись под сараем. Вот этих Муси, вот этот шапик, Беляшка. Мяу, кто сказал мяу? Кто-то сказал мяу. Это, по-моему, был тот самый Шнурок. Вон Шнурок сидит. Он очень изящный. Он, моя мама там идет. Мама моя идет.
Мы маму встречаем. Беляша? Беляша, тоже в траву побежишь? Хороша ты, киска, хороша. Очень хороша. Пошла. Она любопытная, любознательная киса. Ладно, давайте. Сыроежка, шнурок. Шнурок. Вон моя мама идет. Шнурочек. Шнурочек. Побежал. Привет, мамочка. Побежали. Утренняя.